За праздничную неделю зарегистрировано 21 преступление, 10 из которых раскрыли по горячим следам. Так задержали водителя такси, который по неизвестным причинам уехал с места заказа, не выдав клиенту сдачу в размере 900 рублей. Ситуация такая. К нему приехала знакомая за кое-какими там вещами. У него не было денег заплатить за такси. Он заплатил таксисту 1000 рублей. При условии, что таксист должен был дождаться, то есть он должен был подняться с женщиной наверх, спуститься вниз и забрать сдачу. Когда вышла на улицу женщина первая, он спустился немножко позже, и он увидел, как такси отъезжает. Таксиста нашли быстро, а вот отдыхающему в одном из заведений города повезло намного меньше. Мужчина оставил без присмотра куртку, в которой было более 20 тысяч рублей. Придя домой, денег он не обнаружил. Данные денежные средства находились в кармане. Ну, там то ли куртка, то ли пиджак. То есть внешний карман. Обстоятельства неизвестны, выясняются. На дорогах за минувшую неделю произошло 13 ДТП с материальным ущербом, двух из которых пострадали люди. На улице Курчатова водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Фольксвагеном». Страдал водитель автомашины «Фольксваген». Ушибы после осмотра, врачом отпущен домой. Еще одно ДТП произошло на улице Музрукова. Водитель «Рено», двигаясь на высокой скорости, не выдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем «Хендай». Оба водителя получили телесные повреждения. От госпитализации отказались. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.